Всем привет! С вами снова Влад Гриф. И сегодня в нашей видеоколлекции появились вот такие замечательные хачалаги. А точнее, Adidas Хачалага. Выпускались они у нас в 2015 году. Было две расцветки, одна из них в синем исполнении. И вторая, более редкая, это вот такой вот сероватый цвет. Модель, сразу скажу, на мой взгляд, интересная. Замшевая модель, довольно-таки хорошая замша здесь. Язычок у нас поскрипывает при носке, по крайней мере в данной паре. Это у нас искусственные материалы. Шнурки, на мой взгляд, конечно, хлипкие. Можно поставить было и поинтереснее фактуры. Что касается у нас подошвы. Ребят, подошва здесь из очень хорошей резины. Вообще, подошва у Adidas довольно-таки разной фактуры встречается. Вот в данном случае это очень хороший образец подошвы, потому что фактура резины здесь на высшем уровне. Она и мягкая, и в то же время пружинит. В общем, это несомненный плюс для подобной модели. Немножко она у нас здесь подстерлась, можно видеть, но это совсем чуть-чуть и не критично. Модель у нас, как я говорил, уже 2015 года, поэтому время, естественно, дает о себе знать. Что касается у нас стельки. Стелька здесь присуща Adidas Специалю, это и у Мюнхенов она встречается в Специале. Данная стелька, на мой взгляд, одна из самых удобных. Она у нас приклеена, не вытаскивается. Также у нас здесь есть Т-образное укрепление в области пальчиковой коробки, что добавляет плюса. Удобство, на мой взгляд, здесь одно из лучших, если брать CT-серию, а точнее модели CT-серии, потому что структура резины встречается разная, где-то дубовая, где-то слишком тягучая. В общем, здесь это образец того, какой должна быть резиновая подошва на CT-серии. Касаемо размеров, они большемерят, как я это выяснил для себя. Ну, у меня вообще размер не мой, он мне большой, поэтому, как всегда, я их, наверное, буду продавать на Авито. В общем, вот прослеживается название Хачалага. В общем, обратите внимание, если удастся найти такую модель, то, думаю, вы не пожалеете. Кстати, не знаю, как в синей расцветке, там, на мой взгляд, подошва, ну, визуально, по крайней мере, точнее, резина подошвы отличается от данной структуры. Собственно, вот такой обзор. Как всегда, спасибо вам за лайки, за комментарии, за подписки. Посмотрим далее, как они смотрятся на ноге. Ну, на этом всем добра и всем хорошего настроения.